привет, мои хорошие. Хотела сегодня провести прямую трансляцию, стрим. И что-то у меня никак не получается. То не могу в ютубовский аккаунт войти, то еще что-то. Мне блогер, девушка посоветовала, ее зовут... Доброта, или как ее зовут, не помню. Она мне посоветовала, какие-то там способы стрима, когда еще нету 1000 подписчиков. Вот. И, в общем, у меня никак не получается. Я уже что только не пробовала. И вот решила еще немножко погодить, потому что... не получается у меня, Смотрите, какой у меня кактусик. Что-то он у меня подсох. Хотя я его постоянно поливаю. Наверное, кактусы не любят воду. Сижу, смотрю на картины моей подруги. Это она мне написала здание парламента Мане. Я ее попросила. Мне так нравится вообще. Не могу оторвать глаз. Это тоже одна из моих любимых картин. Это, кстати, она мне подарила. И вот эту тоже мне подарила. Это называется «Коктебель». И она у меня сочетается вот с этой. Ну так, по цвету, по чувству. Очень нравится. Наверное, я сейчас пойду гулять. О, Юлий Цезарь. Я спала, проснулась. Тут, мое место. Я вот здесь сплю. Это я стихи писала. Я, спала. Проснулась. И увидела, что он похож на Владимира Владимировича. Представляете? А эту картину я привезла из Коктебеля. Она, деревянная, нарисована. Видите, девочка тянет луну. Это тоже мне очень нравится. Всадник. Классная. А это она несколько дней назад нарисовала мандаринку. И вот это мне тоже очень нравится. Море такое. И там эта парочка. Море вообще как настоящее. Пару дней назад она написала вот что. Может свет включить? Так, со светом, наверное, будет получше. Вообще, как будто настоящая, представляете? Мне так понравилось. Очень реалистичная. Правда же? Кому нравится, скажите. А мне хочется вам прочитать какой-нибудь мой стих. Если вам, конечно, интересно. Сейчас я выключу музыку. Найду какой-нибудь свой любимый стих и прочитаю вам, кому интересно. Кому не интересно, можно уже выключать. Вот, нашла. У меня стихи какие-то философские больше. Ну, в общем, не знаю. Я оживляю мир собой. Там, где иду, все оживает. Все просыпается со мной, и все со мною засыпает. Я свет, я солнце, бытие, я вечность, просветление, разум, благословение на земле. Я все во всем, сейчас и сразу. Я мир и миг, души полет, цветка роса и бриза свежесть. Я та, которой птах поет, и мысли. Вечная безбрежность. Я день и ночь, восход, закат. Я водопада безупречность. Я бесконечность и полет. Я просто жизни бесконечность. Вот такой стих я написала. Как вам? Кажется, я покраснела.
Ну, смущаюсь немножко. Многим нравятся мои стихи. Но это друзьям. Может быть, они льстят. Вот, мои хорошие. Волшебного вечера. Сейчас пойду гулять и сниму вам ночную нашу прогулку, как всегда. Пока-пока. Люблю вас. Ухожу в лампочку.